Сегодня мы открываем зимний сезон ловли судака. Такой первый долгожданный лед. Мы на нем, он девствен, на нем еще не ступала нога рыбака. Мини-конкурс. Самая поддержная версия получит от меня подарок. Ой, красивый косяк лебедей летит. Звуки издают нереальные. Рыболовный привет! С вами Алексей Страшный и канал Страшная Рыбалка. И сегодня мы на льду будем охотиться за клыкастыми, за монстрами, судаками. Мы просто воспламенены надеждами. И я вот жду не дождусь, как сделаю первую лунку и опущу свою снасть в воду. Мы начинаем. Открываем сезон. Папка делает первую лунку. Это место на речище, наша маленькая секретная точка. Да, как я вчера уговаривал папку поехать на рыбалку. Он говорит, нет, льда не будет. Уговаривал на щуку поехать. Я чувствую, мы с таким льдом пожалеем, что мы не взяли буры. Да, ну сантиметров, слушай, 8-10, да? Друзья, судаковой рыбалки. Главное не тормозить. У нас была поклевка мелкой рыбы. Два раза судачок или окунек подбросил мою приманку. Но мы не хотим задерживаться и идем за крупным судаком. Главный принцип – активный поиск и переход с места на место в поисках уловной, классной, яркой лунки. Погнали! Вокруг очень много поклонников ловли окуня. Они оккупировали берега. Оккупировали прибрежные вот эти выходы, свалы в яму, там стоят окуня, но по моей информации, такой резкий мороз, он очень критично отразился на активности полосатых и колючих, вот поэтому идем на другую локацию, это несколько километров от этого места, вот, но на самом деле я не ожидал здесь увидеть такой толщины льда, мы на самом деле предполагали, что вода не настолько остыла и не схватится за один день. Буквально вчера здесь была такая легкая корка, по которой нельзя было ходить, а сегодня уже лед толщиной 6-8 сантиметров. То есть фактически он замерз за одни сутки. Но будьте очень осторожны на льду, особенно в такой большой мороз, когда хочется попасть на места, которые были долгое время недоступны. Тут надо иметь чувство самосохранения и невероятную бдительность. Поэтому будьте на льду всегда бдительны и категорически не употребляйте алкоголь. Сейчас мы идем на другой залив, на супер секретный судаковый залив. И посмотрим, какая ледовая обстановка там. Если учитывать, что на канале с течением лед толщиной 7-8, а местами 10 сантиметров, то мы, в принципе, надеемся очень хорошо перемещаться по нашим классным судаковым точкам. А какой репящий снег! Ой, уже несколько лет я не слышал такого приятного звука. Мы уже совсем отвыкли от этих лютых зим. А теперь вопрос к зимним рыбакам. Скажите, друзья, чем нас манит эта рыбалка? Пишите то, что вас просто захватывает в зимней ловле в комментариях. Мне очень интересно почитать. В зимней рыбалке, особенно в поиске судака, знание донного рельефа — это одна из ключевых составляющих успеха. Ранее я к этому относился скептически, я был противником GPS-ов, вот, но сейчас я абсолютно четко понимаю, при том количестве, к сожалению, маленьком рыбы, ну, в частности, клыкастого, его нужно искать очень точно, и это позволяет очень серьезно экономить время. Ведь без GPS-а, даже по любым природным ориентирам, невозможно найти точно ту точку, где рыба держится. А держится судак, он очень локально, и буквально ошибка в 5-7 метров может привести к полной потере времени. Все, мы на подходе. Папка уже для своих друзей снимает видеоотчет. Те, которые побоялись сегодня ехать с нами на лед. Ну, а мы сейчас встанем, подумаем, куда мы пойдем. И отправимся к первым точкам искать судака. Так, а пока я готовлю снасть и выбираю по GPS точку, у меня такой мини-конкурс. Ваше предположение,
почему рыбака, который хорошо знает сосны и ловит судака на них, называют мультиком. Самая фадешная версия получит от меня подарок в виде набора эксклюзивных ручной работы, сделанной мной этими руками, догонялок на судака, которые работают безотказно. Так, здесь судака нет. Главная ошибка наша, которую мы из года в год совершаем, засиживаемся на одних и тех же местах. Мы идем на новые точки, не останавливаемся. Ловля судака — это такая своего рода интимная или семейная рыбалка. То есть нужно быть либо одному, либо в узком коллективе для того, чтобы продуктивно ловить судака. Иначе это не рыбалка, это базар, это мешание, это пугание рыбы. Поэтому на судака отправляйтесь либо в кругу проверенных рыболовов, либо в одиночку. Папка прям тянет Судакевича. Смотрим, что там. Маленький, говорит, ну не спешим тогда. Ну, как сказать, хорошенький такой судачоныш. Взял на балансир. У нас папка эксперименты. Я ловлю на осу, он ловит на балансир. Ну, поспочи нам, что скажешь? Вяло, поклевка никакая. Тройничок эксклюзивный, ручной работы. Мы к этому пришли, флюоресцентный, посмотрите, какой красивый. На него судак берет безотказно. Да, папка открыл сезон уже по судаку, а я пока только считаю поклевки. Я не знаю, видно вам самый, что ни на есть, хороший кивок из пружины. Он замерзает. И игра уже не та, а судаку пассивному это важно. Если вы заметили, то судачок взял за тройничок, за нижний. Это говорит о том, что он не такой уже активный сейчас. Да, собственно, это и не удивительно. Вы представляете, с плюсовой температуры до минус 15. Она упала, это какой-то ужас. Сейчас покажу вам лайфхак, которого вы не увидите ни в одной рыболовной школе. Баночка от витаминов, готовая оснасточка. Сюда опускается, наматывается. Такой мини-лидер флюорокарбоновый для хорошей игры и предотвращению покусывания. И все, снасть готова. Опа, вот это уже берибельный хороший судачище. На балансир взял, да, па? Ну покажи. Покажи, ты видишь, как мы его случайно тут нашли. Опять на тройничок. А ну, во рту выплюну. Ну возьми его в руки. Покажи, красавчик. Глаза выпучил. Ну, с глубины, конечно. И как знать, где бурится, знаешь? Вот это он, может, шел стайкой какой-то, гнал малька. На первый взгляд такая рыбалка покажется скучной, такой монотонной. Но на самом деле она очень увлекательна. Весь день мы тратим именно на поиски, чтобы получить эти несколько заветных поклевок. Это прямой контакт с рыбой, когда она хватает твою приманку, ты в тот же момент ощущаешь этот удар, подсекаешь адреналин в кровь. Ну, невероятное ощущение. Я надеюсь, мне хотя бы на вот такую капелюшку удастся вам показать, насколько это эмоционально круто и драйвово. Ой, красивый косяк лебедей летит. Звуки издают нереальные. Ну, красота. Такое впечатление, что ты находишься не в городе Киеве, а где-то очень далеко на природе. Ура! Открылся. Ой, малышом. Красавчик какой. Красавчик, не ожидал уже, подбросил, но видите, взял жадно. Да, вот такой малютка, я уже, честно, обезнадежен был, поэтому камеру снял, видите, как жадно взял. Как жадно взял он балансир, подбросил, гахнул так, очень приятно. Удивился невероятно, на самом деле на этом месте никогда у нас не клевало, единожды, лет 5-7 назад я шел от безнадеги, опустил, вот, попал на проход судака, тут 13-метровый скат такой, совсем
совсем примитивный. Здесь я не знаю, что делать рыбе. И у меня тогда было 3 или 4 поклевки с лунки, 2 или 3 судаков я поймал. И потом из года в год, сколько мы сюда приходили, пустота, зеро, ни одной поклевки. И тут, видите, с первой лунки только бабах и все. Ну вот, если долго мучиться, явно что-нибудь получится. Уже под лункой. Уже под лункой тварюха. Друзья, у меня случилась поклевка, судак повис. Я кричу папке: «Багор, багор!» И понимаю, что не успеваю. Он подлез под самую лунку, я его схватил руками. К сожалению, все снять не удалось. Но посмотрите, какой монстрище. Эта рыбина далеко за 2 килограмма веса. Ну, невероятно. Такого открытия мы не ожидали. Мы сегодня целый день ходили, били этот лед, мучились. Уже практически опустили руки. И как я вам говорил, вот это вот награда нам за этот день стараний. Все, рыбалка удалась, в принципе, можно сматывать снасти и идти домой. Но нет, мы еще пару судаков хотим поймать. Красивенный ключ лебедей. Класс. Вот это рыбалка. Мы попали на выход судака. Я завалил, ну, далеко за 2. Вот, папка только что взял 1,5. Рыба, хищник, просто выплевывает тюльку мелкую. Мы попали, видимо, на его пастбище. И сейчас не теряем ни секунды, поскольку времени у нас осталось не так много. Солнце садится. Опа, судачище. Иди сюда. Так. Такой судачище. Это я громко сказал, судя по всему. Это такой судачонок. Отпускной судачонок, но я прошу заметить, на супер эффективный тройничок. Оп. Так, мы его быстро обратно. Ой, запутался. Так, спокойно. Быстро судочка обратно. Давай, дуй. Дуй, второго шанса не будет. Ну что могу сказать, наш день промчался, солнце уже заходит, судаки клюют. Что это было? Небывалая удача, стечение обстоятельств, или мы оказались в нужное время в нужном месте? А возможно, все вместе и тяжелая работа. Целый день мы посвятили долбанию лунок, практически разуверились, и в конце нам вознаграждение. В рыбалке бывает только так. И, внимание, вопрос. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в удачу или нет? Напишите свое мнение в комментарии. Ну а если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал «Страшная рыбалка», жать на колокольчик, поскольку каждый вторник в 18:30 вас ожидает новое яркое видео о моих рыболовных приключениях, которые, я надеюсь, вам не только нравятся, но и развивают ваши умения. Поэтому лайк, подписка, колокольчик. Ну а с вами был Алексей Страшный. До встречи в следующий вторник. Па-па!